Самая стандартная ситуация у аквагримера – это когда стоит ребенок, упрашивает родителя нарисовать, а родитель придумывает оправдание. Потому что он не хочет тратить деньги на эту мазню. Это дословное выражение, которое говорит практически каждый третий родитель у стола аквагримера. Но зачастую после того, как я рисую ребенка, родители тоже соглашаются, но на дизайн для взрослых. Недавно девочка шла с папой и упрашивала сделать аквагрим. Папа очень нехотя согласился и упомянул про мазню. Мы с девочкой выбрали рисунок с цветочками, со стразиками, с блесточками, и это все настолько гармонично смотрелось, что папе в итоге мы тоже нарисовали мужской взрослый рисунок. Думаю, что он больше аквагрим мазнёй называть не будет.